Его зовут Олег, каждый точно его знает. На просторах интернета этот парень удивляет. Энергичен, словно монстр, тысячи идей и планов. Разбивая все преграды, нарушает сотни правил. Бизнесмен, каких немного, сам с нуля сумел подняться. Абрамович и Потанин, вам таких стоит бояться. Фобси, он пока не первый, но он этого добьется. Он умеет делать деньги, над проблемами смеется. Те года, когда другие только плакались и ждали, что придет однажды дядя и деньгами их завалит. Торговался им, чем придется, электроникой, помадой в 90-е или. И с бандитами он ладил, уважали молодого, поражались его хватки. Друзья ездили в метро, он катался на девятке. А сегодня по Москве в дорогой крутой машине он с водителем летит к новым деловым вершинам. Не такой, как все, он такой один. Олег Тиньков, молодых кумир, заряжает ум, прибавляет сил. Будь таким, как он, будь непобедим. Не такой, как все, он такой один. Олег Тиньков, молодых кумир, заряжает ум, прибавляет сил. Будь таким, как он, будь непобедим. Проводил бесцельно время, как-то ползал в интернете. Нашел одну программу, там рассказывал секреты. Приглашал людей различных, металлургов и банкиров. И расспрашивал он их, как они всего добились. Как с бизнес начинали, сколько денег потеряли. Как ошибки исправляли, как успешными вдруг стали. Каждый выпуск пересмотрен был на 10 раз, наверное. И в душе что-то родилось, захотелось что-то сделать. Пришла в голову идея, набросал примерный план. И нашлись друзья-партнеры, опустил вдруг мой карман. Все сложились и вложились, фирму новую открыли. С прошлым крепко завязали, море бизнеса пустились. Каждый выпуск с нетерпением ожидаем, обсуждаем. Все друзья уже потели, просветляет, возбуждает. Мысли к действию рождает, пробуждает снова. Респектую за программу «Бизнес-секреты» с Олегом Тиньковым. Не такой, как все, он такой один. Олег Тиньков, молодых кумир, заряжает ум, прибавляет сил. Будь таким, как он, будь непобедим. Тиньков, кредитные системы, новый банк в формате новом. Получить кредит удобно, сделать можно все из дома. Доступ в интернет и только современно и удобно. Есть вопросы, позвоните, добрый голос в телефоне. Объяснит и все расскажет, все по полочкам разложит. Каждый получает карту, если только он захочет. 300 тысяч по лимиту, может банк вам предоставить больше месяца. Проценты за покупку не снимает, виза платин, он в кармане, путешествуй, развлекайся. Подари любимым радость, сам почаще улыбайся. Это модно и удобно, это очень современно. Если нет еще кредитки, то оформи непременно. ТКСбанк.ру набираешь в интернете, занимаешься минуту, дожидаешься ответа. Все, что было недоступно, все теперь у тебя есть. Тиньков, кредитные системы или просто ТКС. Не такой, как все, он такой один. Олег Тиньков, молодых кумир, заряжает ум, прибавляет сил. Будь таким, как он, будь непобедим. Не такой, как все, он такой один. Олег Тиньков, молодых кумир, заряжает ум, прибавляет сил. Будь таким, как он, будь непобедим.